Григорий Остер. Вредные советы. Стих читает Арина Бочеришвили. Если ты остался дома без родителей один, предложить тебе могу я интересную игру под названием «Смелый повар» или «Храбрый кулинар». Суть игры в приготовлении всевозможных вкусных блюд. Для начала предлагаю вот такой простой рецепт. Нужно в папины ботинки вылить мамины духи, а потом ботинки эти смазать кремом для бритья и, полив их рыбьим жиром с черной тушью пополам, бросить в суп, который мама приготовила с утра, и варить закрытой крышкой ровно 70 минут. Что получится, узнаешь, когда взрослые придут. Если мама в магазине вам купила только мячик и не хочет остальное, все, что видит, покупать, встаньте прямо, пятки вместе, руки в стороны расставьте, открывайте рот пошире и кричите букву «А-а-а!». И когда, роняя сумки, с воплем «Граждане, тревога!», покупатели помчатся с продавцами во главе. К вам директор магазина подползет и скажет маме: «Заберите все бесплатно, пусть он только замолчит». Если ждет вас наказание за плохое поведение, например, за то, что в ванной вы свою купали кошку, не спросивши разрешения ни у кошки, ни у мамы, предложить могу вам способ, как спастись от наказания. Головою в пол стучите, бейте в грудь себя руками и рыдайте, и кричите: «Ах, зачем я мучил кошку? Я достоин страшной кары, мой позор или смерть искупит». Не пройдет и полминуты, как, рыдая вместе с вами, вас простят и, чтоб утешить, побегут за сладким тортом. И тогда спокойно кошку вы за хвост ведите в ванну. Видно, я виничить кошка не сумею никогда.